Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. Дело в том, что и Библию вы нигде не найдете древнюю. Не, ну я видел Библию 1800 год. Не, ну значит Библию. Давай возьмем остальное Евангелие, посмотрим. 12 век был. Давай возьмем эту самую книгу, первую книгу, это библиотека Ивана Федорова, издательство Ивана Федорова, 1561. О, ребят, вспомнил, он мне за Библию хорошо напомнил. Есть отличная Библия, где описывается то, что я вам рассказываю. Знаете, как она называется? Это? Вы знаете, что этих Библий вообще много? Там Ветхий, Старый Завет, некоторые запрещены. Там, где этот, как сейчас я его имя вспомню, не Элохим или как он с Элохимами встречался? Это? Эзекииль, пророк, вот. Если вы почитаете пророк Эзекииль, то это Библия, то там подробно рассказываются те вещи, которые я вам рассказываю. Хотя я ее не читал, но я просто знаю, о чем. О, добрый вечер, Серега. О, я не... Сколько вас здесь? Много нас здесь. А, тогда без меня, ребята. Спасибо, но нет. До свидания. До свидания. Ой. Пророк Иезекииль подробно рассказывает, как его на Луну забирали. Ой, у Иезекииля много техногенных там устройств описано. Правильно. И Вайманика Шастра почитайте, подробно описано Вайманы, Вайтмары. Чем... Я читал Вайманику Шастра, я знаю. Ну я ребятам... Да. По-моему, вторым веком датирован. По-моему, ребятам говорю, вдруг не сталкивались с ней. Там все, из чего сделаны эти летающие тарелки, чем заправлялись, как управлялись, кто управлял. Все подробно в деталях. Индийские и русские веды, это что, сравнение, что ли, индийских и русских вед? Вы знаете, истина заключается в том, что у вед нету национальности. Веды это всего лишь техногенные знания. И они не принадлежат конкретно никакому современному народу. Угу. Вот, кстати, насчет этого, блин, санскрита языка. Ну, вчера ролики смотрели, я не знаю. Mm. Там язык другой совершенно. Это не русский язык, явно. Со своей символы там. Ну, бывает, что говорят, что вот он русский, какой он русский. Вообще, свой язык какой-то. Абсолютно. Так что... Ну да, 2000 лет, вот Константин говорит, у нас книги сохранены. И о том, что все последние книги, которые мы сталкиваемся, бумажного печатания, это основная масса, это 200 лет. Не, есть, конечно, и вот эти, знаете, гигантские, которые там метр на метр и в высоту, и в ширину. Вот, ну, те, я как... не видел гигантские, я видел в музеях, есть книги старые, все. Там 15 век, там 16 век, ну, написано, по крайней мере. Так я сам поэта, что сам проверить я не могу. Ну, 200 лет назад было другое летоисчисление, 7300 какой-то там год, и Пушкин еще подписывался так, 7000 какой-то там год. Мне вот вчера девушка так обрадовалась, она написала, а, говорит, в коньке-горбуньке Ершов написал, что восьмица и девятица. Я говорю, вообще на самом деле это Пушкин написал, но просто он студенту Ершову отдал конек-горбунек, чтобы он его издал, потому что Пушкин очень сильно царя критиковал, а в конце царь там бух в котел и сам сварился. И поэтому Пушкин понимал, что ему не дадут издать эту книгу, он попросил молодого Ершова, чтобы он издал конек-горбунек от своего имени. Ну да. Так Пушкин что-то тоже Ладно, это самое. Оригинальные веды... Да, ну говори. Оригинальные веды были взяты с компакт-дисков, переписаны, грубо говоря, это. Александр Жмакедонский в свое время, это ж он, грубо говоря, мандрувал в страну, в которой находился банк, ну, назовем, как вот сейчас, допустим, где-то в Америке есть, где все записывается, то, что мы говорим, да, как это называется? Банк данных, информация, то есть все на жесткий... Как? Да. Библиотека Конгресса. Вот. И Александр Македонский в свое время вот эту библиотеку шел уничтожать, чтобы не сохранилась на жестких дисках информация о мироустройстве. А ты откуда это сказал? Он тебе лично сказал? Не, он мне лично не говорил. Что он для этого шел? Ну, просто версия и все. Пускай будет версия. Я не спорю.
Кстати, в официальной версии он не компакт-диски уничтожал, а 40 шкур бычьих. Дело в том, что по официальной версии ведической, Золотое руно – это своего рода книга, на которой было написано определенные знания. И ее еще называли типа глубинные по официальной ведической версии. И типа как Трихлеба утверждал, что вот эти книги записывались, брали молодого ягненка или жеребенка, умерщвляли специальным способом, чтобы он эволюционно хорошо прошел, потом его шкуру отделывали таким образом, чтобы, как Трехлеба говорит, с помощью солнца записывали там знания, вот, и люди их эти знания читали. На самом деле это компакт-диски были, винчестеры, они как, да. Куда его тянули, то еще в Америку там? Понятно, ну, в рубриках может быть и шарлатан, но у него столько открытий научных, у него просто куча патентов. Да, 200 открытий, да, он гениальный гений, 200 патентов. 200. Он очень человек умный, очень умный. С ним спорить это очень тяжело, он... я даже никогда не стал, так у меня не хватит столько сил с ним просто владать. Я бы с ним бы спорил, но я не могу спорить из-за уважения к нему, потому что я его уважаю. Нет, ну не то, что у него просто аргументы очень жесткие, он просто ставит в тупик сразу, двумя словами ровно. Да не поставит, я его легко нагну. Не, нельзя, потому что он после больницы, у него сердце больное, он едет. Не, ну не буду, потому что из уважения. Да, 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 только из-за этого. Не стоит, мы недооцениваем. Мы, говорит, с Вячеславом говорим это, ну, потому что мы самым главным не говорим, поэтому нам дают говорить. Так же вот. Нет, он не говорит с Вячеславом. Надо находить запись. Не, у меня, я не знаю, какую он хочет предоставить информацию, у меня, допустим, это, скажем так, просто визуальное подтверждение, эти ролики бесконечные, километры других земель и все. Ну не у меня лично, если бы они были у меня, меня бы уже давно не было. Вы что думаете, после моего выхода в эфир сейчас нашу конференцию не изучают определенные люди? Меня еще за 2 года до выхода изучали, причем по другим причинам. И многое из того, что я озвучивал, потом пошло на РНТВ. Я даже прикалывался людям, которые в конференции сидят, говорю, вот сейчас я озвучу вещи, которые тоже, ну как бы, не встречались. РНТВ это снимет. Плоскую землю не это самое, не снимают, да? Не, про сотовую они не скажут почему, потому что это абсолютно... Про сотовую не снимают, запрещено. Кто плоскую снимает? На РНТВ плоскую землю? Я на РНТВ видел про плоскую землю, да. Да, видел? Посмотрел там, да. То есть один из выпусков прям... То есть какие-то там старикашку нашли там, какие-то с бородой, короче, он рассказывает, вот там есть такая версия, там, такого. Ну, я бы с удовольствием... Про сотовую ничего такого. Не скажут, я вам гарантирую. Как кто-то написал, он постоянно кричит, что РЕН-ТВ ничего не скажет, а то, что 8 фильмов по моим, скажем, рассказкам РЕН-ТВ снял. Особенно меня поразило, когда я начал рассказывать про волосы. Для чего волосы, короче, они сняли фильм на 1.5 часа, где только про волосы на голове рассказывают. Вот видели когда-нибудь такой фильм в РЕН-ТВ, чтобы они про маковку нашу рассказывали, про голову, на которой волосы растут? А он есть. А я там подробно рассказываю про волосы в деталях. Что, как, почему. И все это пошло к ним в ролик. Да я давно его не смотрел, просто они там что-то вообще новое есть, тематика. Это может быть дирижабль, это может быть, я не знаю, там летательный аппарат. Много материалов, потому что якобы там вакуум, а от солнца защищает просто все. Ну вы же видите, что это обыкновенная клеенка, вот это, что заворачивают, я не знаю, там, дрова. Ну а много сделано из нее всего, а потому что как бы она фигура от солнца. Да ее прозорвало бы от воздушных потоков бы. Там нет потоков воздушных, там нет воздуха. Вакуума не существует. Вселенная не терпит. Посмотрите, я не знаю. Ну это нам сказали, что там вакуум. Вакуума нет. Если бы вакуум был, там бы рождались электроны сразу. Ты что, прикалываешь? Хрен его знает. Почему никого нет? Не летает, ничего там не летает. Либо если бы нет, то значит никого нет. Опять же. Ну, потому что много съемок с МКС, где показывают, там явно, ну, там действительно, там нарушение всех законов, там, ну, студийные съемки. Понял, такими отрезками небольшими. Ну, все правильно, Жень, а видео никаких подтверждений нету, именно достоверных, не студийных, а и с МКС. Подожди, МКС земли заснял, вот он, подожди, вот что-то кто-то заснял там. Ну, давайте посмотрим, что там кто заснял. Вы знаете, что Лукас более реалистичнее снимал фильмы, чем сейчас снимают это, вот эту всю показуху. Где же на чем снимал тогда? Телескоп сюда заснял? Давай. Даже если гипотетически предположить, что я вначале, когда подключился к эфиру, рассказывал сказки Венского леса,
Вещий лес — это информационное поле. Не в обиду Юрию, но он как бы потушил колоссальное количество информации, которую я мог бы озвучить бы. Вот я сижу в раздумьях. Так, на МКС со своего балкона. Ну, Юр, кстати, у меня последний ролик, предпоследний есть, там твой тезка Юрий, который ушел уже в мир иной, 48 лет, 500 тонн двигал. А на видео, правда, он не 500 тонн двигает, а, по-моему, 180 тонн. Ты можешь с точки зрения логики объяснить, как человек в состоянии это... Кстати, на Харьковском вокзале, если удастся в интернете найти, 20 лет назад парень двигал железнодорожный состав. Ну, знаете, каким образом? Он проволокой себе ниже локтей прорезал, пробил руки. Это все показано было. Эти руки, эту проволоку примотали к ушам состава, и он по рельсам шел, двигал, короче, на мясе, короче, шел. Но в этом последнем ролике я вам скину, парень там двигает этот БелАЗ своими силами. Но его, кстати, убили за то, что по официальной версии он погиб в автомобильной катастрофе. Но просто никто не должен быть знать, что славянин может двигать нереальные тоннажи, это просто не быть Геркулесом. Он при жизни был обыкновенного телосложения. Он не был ни качок, ни... И он мог это... Вот 500 тонн он когда-то сдвинул и подал заявление на Книгу рекордов Гиннесса, и его убили, чтобы он... Никто не узнал, что славяне могут двигать вагоны. О, Регина... Мне кажется, много кто может там тренироваться. Хотя, хрен. Не, БелАЗ. Там что, БелАЗ, не вагон. Ну, не вагон, но он говорит, вагон при жизни говорил, намного легче двигать. Почему? Потому что они как бы это... Видео это Смоленск, фейк. Самое интересное, что то немножко времени остается в общем понимании. И, как говорится, то, что я озвучу, через время уже будет значительно больше подтверждений по разным фронтам. Даже включая видео, за которые я говорю. Я проснулся, дело в том, что подошел к скайпу, смотрю, тут конференция. Нажал кнопку, присоединился. Вот. А ты что думаешь? Как дела? Ну, я как бы чуть-чуть это сейчас в таком зависшем состоянии. Вообще, не помню, кто-то мне в скайпе созвонился, и ты можешь... И задал вопрос это. Вячеслав, вообще, скажи честно, что ты преследуешь своими роликами, что ты хочешь конкретно добиться? Денег, известности, там, славы, там... Ну, что там это? Я ему озвучил те вещи, на самом деле, основная цель, для чего это делаю. И он как бы это... Удивился и, скорее всего, не поверил. Просто я почему сейчас не озвучу, я просто, чтобы два раза не повторять, жду, когда максимальное количество людей это подключится, чтобы меня все услышали. Все на самом деле более прозаичней, не такой из ряда вон выходящий. Так, сейчас я вот эту кнопку нажму, отказаться. Значит, основная цель, почему я эти знания несу, даже если Юра прав, и я фантазер, и во всем заблуждаюсь, даже если он прав, пускай он будет прав, я озвучу, для чего это я все делаю. У меня на самом деле сильная сенсорика, хоть верь, крути. И когда начали в Донбассе у деток отрываться ручки и ножки, мне стало это невыносимо. Я себе готов был от боли грудную клетку разодрать. Это такая жгучая боль, будут отрываться и дальше у наших славянских деток ручки и ножки, если мы будем спорить о том, о чем не надо спорить. Цель одна, дать знание, что мы в оккупации, что наша земля, пускай планета захвачена, пускай будут инопланетянами, и что от этого ига надо спасаться. Вот основная цель. Невыносимо это терпеть, невыносимо. Крики женщин, детей. У нас же тела на самом деле во много раз больше. Когда говорят, кто-то мне вопрос час назад задал, как они видят. Кто-то спросил у меня, видишь ты ли их. Вот смотрите, вот мы аналог матрешки, каждый из нас. Вот посмотрите на себя со стороны, вот вы самая маленькая матрешка. Вокруг каждого из вас идет первый круг ваших предков, прадедушек, прабабушек. То есть они, назовем условно, находятся в таком, ну, в другом теле, да, назовем тело призрака. Мы их часто называем ангелами-хранителями. Потом идет второй круг, уже идут там более на порядок выше, третий, четвертый. Там последние десятые круги, для тех, кто в конце стоит каждого вашего круга, это стоит гигант, где вы для него просто мизинец. Вот это ваши обереги. И темные прекрасно знают, что пробиться на общепринятых полях тяжело, поэтому они занимаются тем, что нас между собой стравливают постоянно. Говорят, вы там, к примеру, китайцы, вы индейцы, вы разных национальностей, а никогда не говорите, кто вы по национальности, потому что национальность дается через анальность. Вы можете только принадлежать к народу или к роду.
Ну не может у человека быть национальности. Это не игра слов, это на самом деле. Вот, тут, кстати, старый фильм «Враг мой», очень хорошо одна раса показана, ему тоже лет 40, наверное, или 30, где он сразу и мужчина был, и женщина. Он там рожал в этом фильме, все показано. Хороший фильм. Написал наш славянин Иван Хмара сценарий к этому фильму. Вот, и мы как пчелы, мы просто чувствуем, вот когда муравей горит с одной стороны, там где-то в глубине муравей чувствует. И вот люди определенные просто тоже боль чувствуют. И как вот Женя сказал, разве мы зараженные? Мы, конечно, зараженные, потому что мы этого не чувствуем. И основная цель просто остановить это бессмысленное, ненужное где-то убийство и кровопролитие. Все самолеты, никаких падений не было, практически все самолеты это похищены. Поэтому только ради этого. А это, Слав, я хочу спросить. Ты говорил, что можно вот через Антарктиду на лыжах туда, да? Запросто. Ну вот блики купола, вот северное сияние, это не 100%, но предположительно просто блик идет. Если дальше туда идти, то солнце потом уже там не... Ну ты думаешь, темнота там кромешная? Да нет. Да. Не. Я с нашим солнцем, честно скажу, до конца не разобрался. Вот этот ролик, что я выпустил, два солнца, там вообще несколько видов показано. Есть два солнца, а есть, знаете, вот вы посмотрите как на лампочку, ее называют почему-то гало. И там просто вот это само солнце, оно настолько маленькое, оно находится, грубо говоря, как в спирали. А вот этот купол, который солнце, ну, назовем его по нашим меркам стеклянный, просто в определенные моменты вот создают такую иллюзию, что как бы на небе три солнца. Ну, если вы видели вот эти, сейчас я ролик найду. Когда видно нашу лампочку, очень хорошо это. Что у нас, что наше солнце лампочка. Сейчас я вам скриншот просто скину. Вячеслав, а вот вопрос такой. Сторонники полой Земли утверждают, что сначала было одно солнце, Ярило, как раз таки, которое кто-то там проглотил, закрыл вот этим куполом, и что над нами сейчас светит суррогат, так сказать. Да, настоящее солнце отшвартовали в другую ячейку. Вот, вы здесь увидите, что наше... Да, не перебиваю, слушаю. Не-не, я в принципе, да, я услышал. Вот, а Ярило это по нашим меркам электрик. Перегорел у нас в доме свет, и любой электрик для нас бог. Потому что он нам интернет снова починил. А Ярило просто вселенский электрик, который просто меняет лампочки. И наши предки на определенном этапе уважали этого светлого бога, который занимался освещением нашей ячейки. Вот, на этом скриншоте, по-моему, отчетливо видно, что наше солнце лампочка. Вячеслав, а вот такой вопрос немного не по теме, но все же интересно ваше мнение. Да можно на ты. Что? На ты, хорошо. Есть какие-то предположения по поводу, чем являются сейчас Соединенные Штаты Америки? Просто вот я нахожусь здесь 6 лет, и это выглядит как большой эксперимент. То есть здесь ситуация далеко не многим лучше, чем в России, даже может быть где-то хуже, потому что продукты питания 90% это ГМО или, я не знаю, ненатуральные абсолютно. Вода вся с фтором, с повышенным содержанием. То есть, я знаю, если капля младенцу фтора попадет в кровь, младенец умрет моментально. Да, здесь любая, во всех штатах из-под крана течет вода, где содержание фтора там, ну, просто в каких-то космических количествах. Ну, если в двух словах, Ром, я понял, в двух словах нашу ячейку, первые пойдут на уничтожение белорозовый, неважно, американец, там, француз, там,
Это же все условности. Это задача вначале белорозовых истребить полностью, потому что мы представляем опасность по той простой причине, что мы умеем думать, анализировать, логически размышлять, вплоть до того, чтобы подключаться к информационному полю напрямую без посредников. Опасность представляем. Оставят потом негров и желтых, чтобы они работали. Конечно, дело в том, что когда я говорю стран нету, меня никто не понимает. Я говорю стран нету, есть концлагеря. Я согласен. Я, кстати, о твоих словах вспомнил совсем недавно, когда вот в аэропорту интернациональном летел с островов, был в аэропорту, как бы смотрел уже под другим углом на всю ситуацию, когда люди стоят в очереди, там у кого-то что-то, проблема с паспортом, там паника, его не пускают куда-то. То есть это реально выглядит как вот Ausweis. Выходишь из одного концлагеря в другой. Совершенно и верно. Там все очень жестко, и это прям видно. Согласен. Да, поэтому я же говорю, что только распространение этой информации, как уже не раз уже выживали, были и хуже ситуации, издюживали. Меньшим числом и один поле воин, коль по-русски скроен. Ну, русский имеется в виду не национальность, я вот не знаю, затрагивать эту щепетильную тему в свете перипетий. Но я могу сказать, что означает на самом деле русский. Русский — это светлый, ру — это свет. То есть люди, которые живут с русами, допустим, приехал негр или японец в какую-то деревню и живет с русами, он становится русским негром, русским японцем там, и так далее. Но эта тавтология прилагательная не может означать народ. Народ либо рус, либо русичи, либо там россияне пускай будут, но никак не может быть русский. Русский — это тот, кто светлый душой. Даже негр, если у него сущность по умолчанию славянина. А славянин — это тоже не национальность. Славянин — это славящий янь и инь. И японцы тут ни при чем. Ну, своего рода какая-то, ну, скажем, в наших реалиях спасительная вера в то, что идентификация по душе, да. И опять же, слово «слава» не все понимают буквально, неправильно вообще. Если правильно понять слово «слава», вы его напишите маленькую букву «С», сделайте небольшой пробел и напишите с большой буквы «Л». И получается «славиной». То есть вот он самый такой пример, когда наши казаки-характерники выходили против ворога. Они становились такой дугой в виде месяца. И они шли «славиной», то есть шел такой энергетический накал, что трава даже за несколько метров просто ложилась. И вот «славянин» — это «славиной». То есть можно даже и славящий янинь, и «славиной». То есть «лавина» есть горная, да, там снежная, да. Лавина есть энергетическая, то есть с лавиной, славой, можно и так, лава, ну вот, вулканическая, да? Ну, вулкана, вы знаете, нету, это все терриконы. Вот, слушаю вас. Вот к нам Михаил добавился. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, кормить нечем. Здорово. Ну, опять же, берсерки, как я рассказывал. Бер — это медведь, а свирепы. Или еще оголтелый называлось. То есть наши предки оголялись по пояс, братались, целовались. Но у них была тактика, они пятерочки были все, как кулак. Первый второго прикрывает, второй третьего, то есть спины. Они когда в бой входили в этот состояние эффекта, там, с двумя саблями, да, они входили в такое состояние, что просто ворога рубили, и он просто не успевал видеть, как голова у них отлетает. Не было такого понятия у наших предков, что кто-то погиб на поле боя. Это недопустимо. Причем неважно, какой противник превосходства не был. Наши знахари спасали любую проблему, кроме отсечения головы. Если голова отсечена, ну это только уже могли высшие иерархи, мертвой водой окропляли там, потом живой водой, но знахари не могли голову привинтить. Очень хорошо Горец это показано, кстати, что голову отсекли и все. А так любую проблему, то есть это, даже тренировались вплоть до того, что стрелы выгоняли друг друга и потом лечили. Читал подобную информацию про казаков-характерников и подразделений казаков. Что да, на поле боя неуязвимы были в то же время. Всегда имели преимущество перед темным, перед серым. Ох, Юрко отключился. Ну нельзя ж так откровенно завидовать. Ну давит себя, блин, это. Даже если б я ошибался, ну что так это? Вот слава врут. Даже пускай бы это были сказки, они пробуждают, но это не сказки, я ничего не выдумываю.
Причем каждый из вас это знает не хуже меня, а скоро и все убедятся в том, что я часто рассказываю. Я бы вообще предполагаю, так как темные говорят, скоро будет прибытие этого антихриста, скорее всего, они нас готовят просто к очередному прибытию Перуна на своей Вайтмаре, чтобы мы шуганулись. Прилетит, а он же ж любит лед это. Но это бабка надвое гадала. Прямую помощь, мне все говорят, раз наши предки такие сильные, почему они не помогают? Придумал очень хороший пример. Говорю, возьмите ребенка родившегося и носите его до 13 лет на руках. А потом говорите, становись и иди. Он не пойдет. Позвоночник не укрепился, ноги. Точно так же наши предки. Они нам не помогают не потому, что они не могут. Они делают все для того, чтобы мы самостоятельно научились ходить. Выживать, если хотите. Я вообще все упрощаю для себя, чтобы ответить на абсолютно все вопросы, без исключения. Если я захожу в тупик, то у меня есть, как говорит Серега Тарасов, который что-то пропал, сегодня зашел и убежал. Железобетонный аргумент. Наш мир — это высокотехнологичная компьютерная игра, причем самая настоящая. Когда мы в нашем мире одеваем виртуальные очки, мы погружаемся в виртуальную реальность. Так вот, наше тело ничем не отличается от этих виртуальных очков. То есть это всего лишь 7% от того, что вы на самом деле видите. А 93% это ваша настоящая сущность, одела вот это тело, назовем в кавычках очки, для того, чтобы этот мир максимально познать, изучать. Поэтому наши предки никогда не боялись потери этого тела, потому что очки сломались, можно новые, скажем так, одеть. Да? Тело потеряли это. Живем-то мы вечно. Но подумайте вот о чем. Откуда организму, живущему внутри такой симуляции, знать, как должна выглядеть реальность? Откуда мы знаем, что Вселенная должна выглядеть именно так? Ниоткуда. Вот, Слав, а момент. Вот то, что от нас, вот от наших тел пытаются избавляться на Земле, так сказать, всяческими способами, но мы перерождаемся опять на этой земле, или просто дело идет к тому, что не будет тел, так сказать, для перерождения? Не будет тел для перерождения. Особые счастливчики попадут в другие ячейки, а некоторые будут типа в аду. Ну, тела нету, да-да-да, я слушаю. Вот момент, когда вот после чистилища я слышал, что некоторые души переходят в самое начало, то есть опять перерождаются в виде камня, потом там в виде дерева, в виде простейших, потом в виде животного, и как бы цепочка начинается заново. Да не, это после, это после ада. Ниже чистилища, после ада это. Ага. В ад уже кидают, уже как накормовал там какой-нибудь Чикатило, его уже в ад отправляют, и он начинает проходить вот это, что ты рассказываешь. Минеральное царство. Флору, фауну и до человека пока это не обучится. А чистилище это... Мы сами по умолчанию много делаем того, что недопустимо по вселенским канонам. Слушай, Слав, хотел спросить. Вот смотри, по поводу того, что ты говорил, что мы как бы это своего рода как очки. Обращал внимание периодически там после сна, ну, либо после сна, ну, скорее всего, после сна. Бывает такое, что там остаточное явление бывает, то есть... свои мысли, даже не свои мысли, как бы ощущение того, что как будто действительно ты снимаешь маску, и как будто вот кто-то там тобой управляет. То есть это вот именно из-за этого происходит, что или как? Отличный пример, Миш. Это вот клиническая смерть — это явное подтверждение, когда очки лежат на операционном столе, а настоящий их правообладатель этих очков смотрит со стороны, слышит все, видит, и смотрит, как с его очками начинают трудиться, чинят. По поводу, как подключиться к информационному полю, либо к вещему лесу. Есть какие-то? Самый легкий способ, самый легкий, без никаких либо усилий, это, я в одном ролике говорил и повторю, что это отдача информации. Вселенная, она работает по принципу, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вы же обратили внимание, сколько я вот пишу информации, поэтому у меня как операционная память освобождается, и я новую могу это загружать. Но я вообще с детства рассказываю людям, ну, люди улыбались там. Ходит и отроче говорит что-то, его никто не понимает, это, поэтому я информацию давно даю, там, лет 4, начиная с обыкновенных сказок. То есть это самый легкий способ, это отдавать информацию. Каким образом, не знаю, образов много. Одного разбудишь, уже автоматически получишь порцайку новых знаний
от которых просто опешишь. Самое интересное, когда кому-то что-либо об этом рассказываешь, я воспринимаю как просто такого больного на всю голову. А это мне лучший вариант, знаете почему? Дело в том, что те, которые следят пристально за мной, в отличие от традиционных слушателей, они, во-первых, в недоумении, как это я проскочил, и им пока спокойно, что меня полоумным воспринимают. А еще лучше алкоголиком, он там лыгарьёна накидался, там по синьке такое рассказал. И я специально этот имидж делаю, да, я там лыгарь, там, короче, это там, это, бухаресть постоянно, чтобы... Не было серьезного отношения. Как только ко мне начнут серьезно относиться, как к Левашову, это будет начало моего конца. Самое страшное – это просветление знаний для врагов наших. Пока не будет понимания, пока человек не просто так зазубрил и повторил попугай, это не знание. А вот пока вот это понимание не войдет в человека, не срезонит с его генетикой, вот тогда это пройдет до корней и станет, так сказать, активизирует генетическую память, между прочим. И тогда вот человек действительно становится опасным для наших врагов, потому что он уже проснувшийся. Поэтому я буду делать все, чтобы меня серьезно не воспринимали. Ну, не воспринимали определенная группа людей, а те, которые... Родовая память открывается, те понимают, что Слава дурачится сознательно. Еще вопрос, Слав. Есть ли какая-то информация, видео, аудио или все что угодно, там фото, других кто? Есть, но не у меня, и полно. Я же рассказывал в начале беседы, или ты не был, это есть. Нет, я только до последнего. А, все вижу, Владислав. Ну, повторюсь, как это вы меня спрашивают, говорят, это когда ты скинешь в интернет? Во-первых, я до конца не уверен, что те, у кого они есть, они могут это скинуть. Им придется, знаете, как делать? Сейчас вначале расскажу, как я их видел. Пошел за хлебушком, да? Как в той старой сказке, попал на Луну. Пошел за хлебушком, останавливается машина, улыбчивый это, молодой человек, достает, назовем планшет, и показывает. Я-то вижу, что он показывает на этом планшете. Подмигивает глазом и уезжает. То есть он мне маякнул, смотри, видео есть. Но это не единичный случай. Но чтобы залить это в интернет, это, скорее всего, это предположение мое. Они просто найдут человека, или не человека, просто возьмут технику. У них этот планшет не нашинский. Его невозможно подсоединить к нашей аппаратуре. То есть придется с этого планшета, скорее всего, снимать на обыкновенную камеру. И потом уже с этой камеры заливать в интернет. Планшет другой технологии? Да. С другой ячейки. То есть как бы своего рода как, я не знаю, там, вещь, которую привезли с другой стороны, да? Да. То есть евро-резетка и советская резетка. Ну, мне маякнули, я не знаю, что они развлекаются, как говорится, это для чего. Есть просто шутники, как их называются, как их мы любим называть. Знаете, что это, их любят называть хрононавты, да, которые во времени путешествуют. На самом деле это другие ячейки. И когда мы на видео видим какие-нибудь фотографии людей, которые в одежде несовременной при тех временах, это просто с другой ячейки человек прилетел. Он не из будущего, не из прошлого. Он просто с другой ячейки прилетел и стоит в толпе и попал случайно в объектив. Или на камеру. Хорошо. А на самом видео что было-то? Описать можешь? Ну, я сам один раз был в одной ячейке, причем, знаете, как я говорю, я ехал 7 суток в поезде Харьков-Владивосток, и за окнами видел это. И я летел до ячейки, до одной тоже, это было такое сильное, сейчас опишу, сильное желание. Я когда узнал про Левашова, я хотел с ним связаться не для того, чтобы задать вопросы, а чтобы ему рассказать. Но было слишком поздно, он уже полгода как его не было. Но у меня было такое сильное желание увидеть, ну, для тех, вот, если бы Юра был бы, я бы ему сказал: Юра, не волнуйся, это мой сон. А для других людей я подробно расскажу, как я с ним встретился после его жизни в другой ячейке. Так вот, на этом видео, что ты рассказываешь, это была подача... Скажем так, с максимальной высоты купола, скажем, в каждой ячейке есть своя луна. И там были просто съемки. То, что там снято, такого у нас нету. То есть там по-другому материки сверху, ну поняли, расположены. Другие абсолютно. Не такие, как у нас материки. То есть совсем другое изображение. Скажем, там и водицы там поменьше, допустим. Там земли, вот я увидел это мельком, там где-то 80% было земли. И она даже как материков, как в их не было, там даже она была более цельная, и может там правее небольшой остров, типа Австралии, да.
вид сверху других ячеек заснято именно. Ну, понятно, что... Да. Солнце, луна, то есть какие-то светила там, это то же самое, как у нас, или что-то другое там? Ну, то есть, на видео я увидел вот это, что я писал, а потому что когда видишь со стороны, легче запоминается. А вот наше мироустройство, вот мне с солнцем, я до сих пор не могу с нашим разобраться. В других ячейках в основном 5 солнц. Одно основное и 4 по периметру. И вот основное солнце, знаете, как от зеркала к зеркалу пускает свет. То есть оно как бы свет передается и рассеется. Есть ячейки, и у нас тоже когда-то было одно солнце статичное. Оно посередине находилось четко и чуть-чуть подымалось вверх-вниз и немножко по кругу. Сейчас у нас маленькое, оно по кругу все время это ходит. Но, скорее всего, у нашей ячейки тоже есть, это, наверное, 4-5 солнц. Есть африканское солнце, есть северное солнце, есть австралийское солнце, американское солнце. Скорее всего, лампочек много. Слав, а вот если так подвести, то мы уже как бы факт, что не являемся там... личностями, телами, которые ходят на этой земле. То, что происходит сейчас, это происходило уже и до нас, с нашими там предками. Миллионы раз, да. Миллионы раз, да. Вот ты подтверждаешь, что это как своего рода видеоигра. Угу. Игра такая в реальность. Угу. Реалити-шоу, да. Да, если так подвести итог, то мы здесь для того, чтобы просто жить, как бы просто получать какой-то опыт, или мы здесь для того, для совершенствования себя, чтобы перейти как в следующий, на следующий уровень, так сказать. Ну, как в играх, как... правильно, да, да. Прокачать скиллы, обилки, навыки и перейти на другую локацию более серьезными мобами и противниками. Это же везде существует, то есть везде существует баланс между темным и светлым, там, плюс-минус. Хорошо, плохо, ну хорошо, плохо, это не туда. Mm-hmm. То есть и в других ячейках, и в более совершенных мирах везде идет, получается, борьба. Совершенно верно. Но есть предбанники, либо рай, либо ад, либо чистилище, где перекур. Вот как в Володах онлайн, знаете, там персонажа убивают, он попадает в чистилище. И там какой-то... Ты можешь покинуть это чистилище в Володах онлайн по собственному желанию, но можешь в нем и оставаться дальше, скажем так, перекуривать, да, это отдыхать. Можешь опять загрузиться в наш мир, а можешь сидеть в этом чистилище и перышки чистить, да. Душа перед тем, как появиться, вот, допустим, на нашей земле, она этого хочет? Или она сюда направляется из-за вот своих каких-то, не знаю, кармических задач, целей? И так, вообще правильно говорить, сущность, а душа это особенность сущности. То есть есть люди у нас в нашей ячейке, у которых есть сущность, но у них нет души, у них нет воли, у них нет совести, у них нет, ну, много чего. То есть сущность это это душа, это всего лишь как бы от сущности наработка. И добровольно приходит, и в наказание, и случайно, рандомным образом. Может это просто... Там же тоже баги происходят, как и на сервере, это, как я говорю. Перун прилетел, говорит, идет DOS-атака, ребята, готовьтесь, темный сервер будет качать. И все, и улетел. Это знаете, как вот в некоторых играх админы любят персонажем, вот есть игра, называется она Ultima Online, самая древняя игра. И там разработчик ее, он любит заходить за персонажа, заходит в игре там на балкон, все игроки сервера собираются, и он с балкона, разработчик этой игры, вещает, мол, там, то-то, 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 то-то. Вот нечто подобное и у нас происходит. То есть администрация это, которая следит... Ну, к нам просто читеры проникли, они читы богоюзерством занимаются, и читы юзают это, и поэтому они нас это колбасят. Слава, извини, Роман, говори, да. Вопрос такой, по поводу того, что хорошо, ну, то есть, своего рода как жизнь, как компьютерная игра, да, вот появились у нас читеры. А если, допустим, если мы считаем такое, как читеры, да, то есть, по сути, мир как таковой, и можно управлять, я правильно понимаю? Запросто. Каким образом? Ты имеешь в виду с человеческой позиции или... Да. Ну, в данный момент я нахожусь сейчас как в человеческой оболочке, то есть я играю роль. Каким образом можно, ну, то есть практическая составляющая? Самый легкий способ – это отдавая знания. А, как я говорю, насильно бутон тюльпана нельзя раскрывать, он погибнет. Поэтому я всегда буду против вот этих практик, там, медитации, там, всяких это... Нет, я немножко, может быть, неправильно выразился. Вот смотри, в данный момент мы сейчас живем здесь, на планете Земля, ну как планета. Ты хочешь знать, как управлять реальностью? Да. Но
Ну, есть много разных практик, там транслятинг реальности, да, то есть он своего рода работает, сейчас в последнее время как бы немножко перестал работать, там, потому что, я не знаю почему, может быть, там, какой-то софт запустили, чтобы невозможно было немножко управлять. Раньше, как бы, было более проще управлять, ну, по крайней мере, как бы, с моей позиции, вот я помню, как бы, оно реально проще было управлять, сейчас уже сложнее. То есть те же самые образы, которые составляешь, ты проецируешь на жизнь, они срабатывают. Очень хорошо отрабатывали. Сейчас, допустим, намного больше приходится использовать, больше практиковать, там, больше как бы в образ уходить какой-то, для того, чтобы что-то там реализовал в жизни. Или требуется больше сил от тебя, наверное. Еще. Да, своего рода. То есть сейчас вот мне кажется, можно заняться сейчас накоплением и вот совершенствованием, развитием вот наших внутренних сил. Ну, насколько я понимаю, что в любом случае, то есть любое накопление бессмысленно, почему? Потому что оно все вокруг много, и просто канал как своего рода развиваешь, то есть чем больше ты, ну, да, даешь, тем больше ты получаешь, то есть расширяешь свой своего рода канал, там, энергетический, как угодно. Да, просто вот под накоплением я, наверное, да, неправильно. Ребят, мысль упущу, мысль, я две секундочки постараюсь. Да. Это знаете, как получается, вот, допустим, основная администрация сервера берет в помощь игровых мастеров. То есть, допустим, был Ярила, который лампочку менял, но в ячейке оставлялись волхвы, которые, вот Михаил отличный пример затронул, которые управляли походой, заменой лампочек. То есть он как бы по своим делам пошел, как говорится, более сложную работу выполнять. А среди нас, простых людей, жили люди более, ну, назовем их маги, да? То есть от слова «могу» или «могущество», да, это вот. Которые это, «ма» — это материя, а «г» — это путь или дорога. То есть «мах» — это тот, который материей управляет. Поэтому были волхвы, которые делали, пока основной администрации сервера нету, управляли всем. И дождями, и ветрами. Ну а потом и читеры этих волхвов поколампоцали. А остальных всех, это, скажем так, это вот каждый человек это флешка, информационное поле, это компьютер. То есть драйвера слетели, надо каждому человеку эти драйвера восстанавливать и самостоятельно подключаться к информационному полю. Ну, не надо, это, наверное, глупейшее слово сказал, желательно. А драйвера только восстанавливаются только отдачей. То есть нужно всем рассказывать для того, чтобы получить, так сказать, софт, да, дополнительную ачивку. Да, ну вот это. Касательно денег, это даже это же энергия. Да. И если нету потоков энергии, то она их будет. Да, Ром, и со знаниями то же самое выходит. Это та же энергия знания. Я чем больше даю, тем больше получаю. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.